Здравствуйте, уважаемые зрители канала записки журналиста геймера и читатели одноименного блога. С вами его ведущий Александр Милошенко и 19-я часть прохождения Assassin's Creed Syndicate, в которой мы выслеживаем следящего. Ощущение, что я уже в какой-то части об этом рассказывал, но вот такое дежавю. И самое главное, что основную часть прохождения занимает Иви Фрай, изящная и красивая веснушечатая англичанка с веснушками, которая вытаскивает Найджела из-за решетки. А этот товарищ, как вы помните, много нам неприятностей и много всего принес. Но он добрый мало, поэтому заслуживает того, чтобы ему помочь, тем более, что впереди он нам кое-что подарит. Так или иначе, всем приятного просмотра, и скоро 20-я часть. Их будет меньше, чем в Mass Effect, заметно. Есть у меня люди, которые переживают, что будет много частей. Но игры с Open World'ом невозможно проходить быстро, если их проходить по-настоящему. Приятного просмотра и до новых встреч. Пока. Мне не помешал бы совет. Последние несколько дней за мной следит какой-то странный малый. И нервный такой. Ха, подозрительно это. Вот что, веди себя как обычно. Если снова объявится, я разберусь. Когда вернемся, втащи его в поезд. Ага, ладно.
трость. С ней будет еще удобнее наводить порядок.
Я тебя поставлю на место. Агнес, похоже, за тобой бандиты следят. Ой, нечего бояться. Просто какой-то дурень увязался. Уверена? Абсолютно. Вот ты где, жулик. Ты можешь мне помочь? Да. Смотри, куда прешь. Простите, мисс. Я миссис Болван. Чертов придурок! Простите, но это женщина из банды. Какой еще банды?
Их убежище в поезде! Кажись, они угробили Кейлока. Зовите парней с крыши, мы ее выкурим. Вон она! А еще за ней какой-то дурень идет. Я с тобой лично разберусь. Думаешь, умнее тебя нет? Ты пожалеешь, если не прекратишь. Я тебе язык вырву. Режь ее! Вот она! Убить ее! А что за идиот за ней? А что за идиот? Эй, там!
что за идиот за ней? Вот она! Убить ее! В порядке? Само собой, все прекрасно. Но за тобой бандиты следят. Не, всего один парень, и тот дуралей. Дело серьезное. Возможно, на станции западня. Не мели чепухи. Нужно быть на станции раньше, Агнес. Парнем, который следит за Агнес.
Ну и кто ты? Найджел Бамбл. Что вам нужно? Хочу присоединиться. Ну вот, дожили, он знает, кто мы. Что ж, малец, если не боишься запачкать руки, поможешь мне с Бертой. Правда? Как здорово! Вы не пожалеете, мисс? Найджел, беде. Добрый день, мисс. Я не знала, что у вас есть трость. Собираешься вправить этой тростью кому-нибудь мозги? Великолепно выглядишь. Опять попал в беду. Найджела снова проблемы. Вчера Найджел учили тамплиера. Но Найджел слишком набрался, чтобы сбежать. И Бобби взяли его за убийство. Чем больше вы поможете детям, тем лучше. Невероятная идея.
Очередной унылый день, а, мисс?
Готовься к смерти! Я иду! Давай! Пожалей, что на свет родилась!
Быстрее! Скоро приедет инспектор! Что она здесь делает? Тревога! Она слабее! Могу стрелять! Иди! Вижу ее! Она сильна! Но мы сильней! Скоро ты устанешь! Стопа! Что? Как ты не раз в тюрьму отправил? Она здесь! Держим ее!
ищем орудие убийства. Здесь посторонний! Ей нельзя! Ты просто... Нечего напрашиваться. Она сильна, но мы сильней. Вот она. Найдем улики, пока не прибыл старший инспектор. Сюда нельзя! Здесь только что что-то лежало. Я же своими глазами видел. Сбежаешь!
этого. Подкрепление. Вот что нам нужно. Я тут один за пяти. Видишь ее? Подать официальную жалобу. Это все, что ты можешь? Ей конец. А нас? Сдавайся, и можешь пожалеть. Сдавайся, живо! Это надо проверить. Такая лень просто ни к чёрту. Надо найти работу, где нужно сидеть. Будешь бегать в нашей цели! Окружайте!
Back away. Don't even try to come this way. Где-то я ее видел. She's gone scatterbrained. Какие у вас есть улики? Так, сержант? Полагаю, как минимум должен быть труп. У нас нет ничего, инспектор. Опять вы провалили дело, сержант.